Из-за эпидемиологической обстановки в очном формате концерт ко Дню народного единства провести не получилось. Поэтому сотрудники Дворца культуры города Видное приняли решение сделать запись мероприятия. Тот концерт, который планировался на 4 ноября с присутствием гостей, зрителей, уходит в онлайн-режим. Этот праздник необходимо записать. Этот праздник очень ценен для нас, как и для всей страны. В записи праздничного концерта приняли участие творческие коллективы из Ленинского городского округа. Программа мероприятия состоит из 15 вокальных и танцевальных номеров. Наш концерт называется «Сила России в единстве». В нашем названии все сказано. Пока мы едины, мы непобедимы. Вы знаете прекрасно, что вот в нашем Ленинском городском округе много национальностей живет. И мы все дружим. И сегодняшний концерт тому будет подтверждение. Пусть он и онлайн, но он будет добрый, позитивный. Открывают концерт юные участники вокальной студии из Лопатинской школы. Одна из солисток коллектива Дарина Габидуллина рассказывает, что подготовка к выступлению заняла много времени. Мы ее репетировали долго. Мы танцы, песню сами репетировали. Вот, мне она нравится. И всему коллективу вроде бы тоже нравится. Также со сцены прозвучат песни в исполнении хора «Россияночка». Коллектив у нас дружный, веселый. Учим репертуар у нас русские народные песни. Сейчас фольклор стали учить. Концерт будет доступен для просмотра 4 ноября в 12:00 в социальных сетях Дворца культуры, а также зрители смогут посмотреть его в 19:30 на нашем телеканале. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.